Друзья, в продаже у нас появился Infiniti GX35 2013 года. Автомобиль на бензиновом двигателе объемом 3,5 литра, 265 лошадиных сил. На вариаторе, на полном приводе. У автомобиля родной подтвержденный пробег, без ДТП, полностью в заводском окрасе, в отличнейшем состоянии, в богатой комплектации. Парктроники в круг, противотуманки, литые диски. Без ключевой доступ, камеры заднего вида, камеры на 360 градусов, система кругового обзора, 4 электростеклоподъемника, автоматических электрорегулировка зеркал, память водительского кресла на 2 человек, электропривода передних кресел, кожаный салон в отличном состоянии, электропривод руля, обогрев руля, омыватель фар, мультируль, штатная аудиосистема, система старт-стоп, климат-контроллер раздельный, кондиционер, подогревы и вентиляции передних кресел, имеется люк, панорама. Также у автомобиля электропривод багажника. Третий ряд кресел, авто 7-местный. Сзади имеется подлокотник. Также люк с панорамой. Подогревы задних боковых кресел, собственный климат-контроль, мониторы. Автомобиль в отличном состоянии, в заводском окрасе, без ДТП. Двигатель 3,5 на вариаторе, на полном приводе. 2013 год.